Летняя оздоровительная кампания охватит свыше 11 тысяч детей. Для юных междуреченцев работают дворовые площадки, загородные и лагеря дневного пребывания. Второй сезон в «Звездочке» принял 180 детей. Здесь насыщенная программа. На днях детей посетил кинологический клуб «Собачья работа». Именно так овчарка задерживает преступника. В роли нарушителя Павел Лазарев, старший проводник служебных собак разреза «Сибиргинский», председатель совета Центра кинологических видов спорта «Собачья работа». Он не первый раз приезжает вместе с единомышленниками в «Звездочку». Дети, ну, банально будет сказано, пускай это наше будущее. Нас кто-то же поменять должен. Неужели это дело так останется? Придут они... Сделают то же самое, а может лучше даже сделать. По мере возможности стараемся их приглашаем, да, они сами всегда с радостью к нам приезжают, ребятишки очень хорошо реагируют на них. Детям все равно полезно с животными пообщаться, тем более с такими умными. Почти 20 четвероногих разных пород приехали в «Звездочку». Здесь стаффордширский терьер, декоративный американский кокер-спаниель, ирландский сеттер, дворняга. Главные герои – овчарки. Детям продемонстрировали, как происходит обучение молодых служебных собак. Также животные искали предметы по запаху. Хозяева и их четвероногие друзья поставили творческие номера. Запоминается, когда нападает собака на человека, когда он маленького ребенка защищал. Какого он стал выходить, они как дрессировки поклоняются, бегают вокруг. Дарья Гречанникова, Игорь Ковалев, Новости Плюс.